Привет, друзья! С вами Максим. В этом видео я покажу действительно полезные товары для дома с сайта AliExpress. А в конце, как всегда, конкурс. Поехали! Самая маленькая в мире открывалка. Комплект простейший. Открывашка и кольцо для ключей, за которое, собственно, и нужно тянуть. Мне кажется, еще не было на Земле столь простой, удобной и практичной открывалки. Бумажник с отделением для карт. Сделан из кожзаменителя и закрывается на кнопку. Внутри разделен на две части. Слева и справа можно заметить по три кармана для карт. Под ними находится более вместительный отсек под купюры. Головка на триммер с цепями. Шпуля с цепью предназначена для более серьезных нагрузок, к примеру, таким как заброшенный участок с бурьяном или мелким кустарником. Такая катушка относительно безопасна, так как конструкция разобрана так, что при разрыве цепи цепи не разлетаются, а держатся на двух стальных шплинтах. Кинезиологическая тейп-лента, выполнена из хлопка и обладает хорошими эластичными свойствами, соответствующими эластичности кожи человека. При наложении тейп приподнимает кожу над мышцами и связками, способствуя восстановлению кровотока и лимфотока, уменьшению болевого синдрома, а также восстановлению и нормализации работы мышц. USB-брелок, он же фонарик, подключается к пауэрбанку и, собственно, светит. Имеет зум, он же отражатель. Кому-то, может быть, будет очень полезным. Удивительно, что до такого формата фонарика не додумались раньше какие-нибудь бренды, иначе бы они продавались на порядок дороже. Мини-портсигар. Продавец предлагает на выбор коробки, выполненные как в округлой форме, так и в прямоугольной. В каждую из них помещается до 8 сигарет. Корпус сделан из металла. Крышки герметичны и не пропускают влаги. Внешний бокс под SSD M2. Если вы стоите перед выбором классической флешки от 120 ГБ интерфейсом накопителя USB 3.0, то покупка SSD формата M2 и внешнего бокса под него обойдется не намного дороже. Вы получите более универсальное устройство, а в случае чего диск M2 можно установить в ПК или ноутбук. Рюкзак Picky Back Rider. Это удобная сумка кенгуру, позволяющая безопасно переносить ребенка на спине. На лямках крепится перекладина, на которую ребенок встает ногами. Фастексы не дадут ему упасть, а родитель сможет насладиться прогулкой. Подставка биде на унитаз. Имеет простой принцип установки и подходит для большинства сидений. Сбоку, где располагается ручка, можно самостоятельно менять режим, а также регулировать напор. Кабель питания 24 пин с RGB подсветкой представляет из себя основную 24-пиновую колодку питания материнской платы с светящими жилами длиной порядка 20 см. Совместим с абсолютно всеми блоками питания, так как это по сути удлинитель, а не заменитель стандартного кабеля. Сегодня у желающих приумножить свой капитал есть множество возможностей. Трейдинг, вложения в различные проекты, экономические игры и прочее. Один из таких – OneWin Invest. Данный проект запустила известная букмекерская компания OneWin, которая работает на рынке беттинга с 2017 года. Схема реально рабочая, она позволяет вкладывать деньги и получать при этом прибыль до 33% ежемесячно. Начну с того, что за последнее время OneWin стала действительно популярной букмекерской конторой. Принять участие в проекте OneWin Invest можно следующим образом. Зайти на официальный сайт, пройти регистрацию один из четырех способов, перейти в раздел OneWin Invest и нажать на блок «Начать инвестировать», указать сумму и подтвердить операцию.
После проведения указанных выше манипуляций остается подождать несколько дней, после чего будет выполнена первая выплата. Итак, я делал инвестицию на 10 тысяч рублей. И вот, как вы видите, мой депозит начал приносить первые дивиденды. Размер прибыли инвестора зависит от размера инвестиции и от прибыли букмекерской компании закупленной рекламы. Все начисленные дивиденды, находящиеся у инвестора на личном счете, можно вывести без ограничений по сумме времени и без каких-либо комиссий. Чтобы вывести средства, вам необходимо зайти в свой личный кабинет и нажать кнопку «Вывод средств». Все ссылки вы найдете в описании. Автомобильный Bluetooth адаптер представляет из себя компактное устройство, которое может быть установлено в любом салоне. Адаптер может выступать в роли микрофона, динамиков и принимать вызовы. В комплекте приходит кабель и зарядное устройство. Функциональные кнопки на руль автомобиля подойдут тем, у кого нет в комплектации кнопок на руль автомобиля для управления магнитолой. С такими кнопками вы можете сделать мультироль. Смарт-выключатель с диммером. Применяется для регулировки яркости света. Помимо главного изменения света, оснащен стандартными кнопками вкл-выкл. Пауэрбанк на 30 тысяч мАч. Используется для подзарядки телефонов, планшетов и других гаджетов. Сила тока достигает 3 ампер. Сбоку расположены разъемы microUSB, Type-C и Lightning. Камера видеонаблюдения ZOSI. Объектив камеры обрамляют инфракрасные лампы для ночного видения, скрывающиеся за черной глянцевой вставкой. При улавливании движения в области обнаружения камера начнет делать моментальные снимки, записывать видео и присылать уведомления на привязанный телефон. Каптоновая лента, также известная под названием полиамидная лента, обычно используется в электрике и электронике. Ее свойства включают в себя устойчивость к высоким температурам, большое усилие на разрыв и великолепная сопротивляемость к химическим веществам. Пивные кружки сделаны в виде половинок одной большой кружки пива. Соединив их вместе, у вас на столе будет цельная картина. Кружки имеют объем в 280 и 420 мл. Внешне они очень похожи на стеклянные, однако на деле сделаны из пластика. Органайзер для ключей. Компактный аксессуар в виде брелока наведет порядок в связке. Каждый ключ надежно фиксируется на специальном винте и отделяется от других с помощью подкладки. В собранном виде ключница-органайзер займет минимум места в кармане или сумке, а главное, подарит вам комфорт. Прикольные наклейки на авто. Наверняка каждый из вас неоднократно замечал на машинах забавные наклейки. Если хотите себе подобную, то обратите внимание на следующий вариант. Прикрепить ее можно куда угодно, от заднего стекла до какой-нибудь стены. Выжималка для тюбиков поможет выжать все до капли из любого тюбика с пастой, клеем или с чем угодно. Будет особенно полезна салонам красоты или мастерским по ремонту, ведь именно здесь тюбики с краской, тональником, клеем расходуются быстрее всего, а пальцы не железные, чтобы бесконечно выжимать. Миниатюрный компьютер Raspberry Pi 4. Изначально он появился в качестве бюджетной системы для обучения информатике, но быстро обрел популярность и стал использоваться в самых разнообразных областях. Чехол для паспорта с отделением для карт. Имеет небольшой ремешок, который защищает от случайного раскрытия. Левая сторона может служить хранилищем для платежных карт, симок и других мелочей. Костровая тренога. Чтобы готовить в котелке на костре, мы всегда обходимся подручными средствами. Чаще всего это классика – два рогатчика с перекладиной.
Но их не всегда и не везде можно найти. Такая тренога будет удобной и незаменимой спутницей в любом походе. Цепь с крючком находится в комплекте. Балансировочный блок. Может балансировать на любом из углов. Внутри установлены три вращающихся колеса, а также вычислительное устройство, просчитывающее скорость, с которой должны вращаться колеса, чтобы куб соблюдал равновесие даже при кружении. Желе с подогревом. Является отличным помощником при долгих прогулках в холодную погоду. Желет оснащен 9 зонами обогрева, обеспечивающими равномерное распределение тепла. Для работы использует Powerbank. Термонож. Это электрический ручной инструмент, который за счет нагрева лезвия режет синтетические и текстильные материалы с одновременным оплавлением среза, чтобы не распускался и не бахромился край. Друзья, хотел напомнить вам про нашу группу ВКонтакте, в которой публикуются результаты проходящих на канале конкурсов. Также там много интересных товаров с AliExpress, которые, возможно, вам будут интересны. Ссылка на группу в описании. А теперь конкурс. Разыграем 200 рублей на счет телефона или WebMoney кошелька. Условия конкурса – поставить лайк, быть подписанным на канал и оставить любой адекватный комментарий. Результаты через неделю в группе ВК. Подробности и ссылки есть в описании. Также не забывайте ставить лайки и подписываться на канал. Всем удачи и пока!